Привет, дорогие друзья! Всем привет! Из жаркой Анталии. Да-да, мы находимся в Анталии. Сейчас мы находимся в районе Конья-Алты на прекрасном пляже. Приехали на завтрак в воскресенье. Мы приехали в Анталию на выходные. А сейчас давайте прогуляемся по этому прекрасному пляжу. Друзья, для тех, кто первый раз на моем канале, давайте знакомиться. Меня зовут Анастасия, я уже более 10 лет живу в Алании и знакомлю вас с жизнью и отдыхом в Турции. На нашем канале очень много видео, их более 400, поэтому смотрите, общайтесь, знакомьтесь, пишите комментарии, ну и, конечно же, приезжайте в Турцию. Ну, а сейчас покажу вам пляж, знаменитый пляж Конья-Алты в Анталии и турецкий завтрак. Анталия заметно преображается. Сегодня 30 июня. Мы находимся в районе Конья-Алты. И в районе Конья-Алты очень много пляжей, пляжных баров, зеленая прекрасная территория, дорожки для велосипедистов, для того, кто любит бегать. Вот, например, один из бегунов, один из спортсменов. Давай, 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 Айхан, мы в тебя верим. Пускай наш спортсмен бежит дальше, а мы сейчас быстренько пройдем с вами по территории. Вот такие вот здесь велосипедные дорожки. Большая-большая зеленая территория. Здесь можно полежать, посидеть. Детишки могут поиграть вот в таком вот детском парке, но, к сожалению, в такую жару здесь очень трудно качаться, потому что качаться на качелях, играть, потому что очень жарко, нужно делать навесы. Нужно делать навесы обязательно. Вот таким вот образом убирают территорию около пляжа, набережную. Вот такой вот пылесос здесь ходит. Слоник называется филь, именно как слоник, он вот таким вот хоботом, электрический, он не бензиновый, электрический, от мэрии Анталии. Вот таким вот образом убирается территория. Здесь также есть спортивные корты, можно поиграть в баскетбол и так далее. И вот так вот выглядит сам пляж. Здесь непосредственно находится общественный пляж, где люди со своими зонтиками, полотенцами, шезлонгами могут прийти. А вот с этой стороны находится очень красивый пляжный бар. Таких пляжных баров по всей территории, на всем протяжении пляжа Конья-Алты очень много. Мы с вами вниз спустимся чуть-чуть попозже, потому что наш завтрак уже принесли и меня позвали скорее завтракать. А пока посмотрите, чуть издалека стоит огромное мороженое, которое прям хочется укусить, но оно, к сожалению, из пластика, но сразу хочется купить мороженое и охладиться. Вот такой вот здесь пляжный бар, пляжный лаунж. Спустимся мы туда попозже. Есть на самом пляже непосредственно шезлонги, беседки, лежаки и так далее. А с этой стороны продолжение пляжного бара здесь. Под тенью деревьев стоят вот такие вот столики и кресла. И уже принесли наш завтрак. Айхан, всем привет! Здесь у нас Али, Шерифе, Айхан, маленький Рамазан и вот такой вот вкуснейший турецкий завтрак. Что у нас здесь есть сегодня? Хлеб, различные сосиски, яйца, колбаса, сыры, картошка, оливки, огурцы, помидоры,
изюм, масло, ну и, конечно же, вкуснейший турецкий чай. Всем, кто кушает, приятного аппетита. Ну, а мы тоже будем кушать и дальше уже пойдем с вами непосредственно на пляж. На пляже Кони-Алты расположен пляжный бар и кафе, который называется Red Rouge. Здесь можно, вчера вечером мы здесь отдыхали, пили кофе, чай. И здесь также есть пляж, на него мы сходим чуть попозже. Здесь можно позавтракать, пообедать, сходить на пляж, послушать музыку. У них есть собственный диджей, очень большая красивая территория. Находится это кафе, пляжный бар, лаунж на пляже Кони-Алты. Если вам интересно, то ссылку вы можете посмотреть в описании. Ну а сейчас давайте полностью исследуем это место. Дорогие друзья, я вам недавно говорила о том, что у меня для вас есть сюрприз. Так вот, мы хотим в первую очередь посоветоваться с вами, с нашими подписчиками. Вот по какой теме. Многие из вас знают Шерри Фе. Она раньше жила в городе Демре. Сама она из города Демре. Ее муж Али тоже из города Демре. И мы были у них в гостях в прошлом году. Эти видео стали очень популярны. И мы делали видео как дома у Шерри Фе, так в деревне у Али, на апельсиновой фабрике, из теплиц, где растут баклажаны, перец и так далее. Кстати, в описании к этому видео я оставлю ссылки на эти видео. Так вот, что мы хотим с Шерри Фе сделать? Шерри Фе говорит по-турецки, она настоящая турчанка. Сент Герчик Тюркаденсен. Настоящая турчанка. И, конечно же, будучи турчанкой, она знает тонкости турецкой жизни лучше, чем я. Так вот, друзья, о чем мы думаем? Мы думаем о том, чтобы из Анталии, поскольку Шерри Фе живет в Анталии, чтобы из Анталии Шерри Фе снимала видео о жизни турецкой семьи, о том, как они ходят в магазин, как они проводят выходные, как они занимаются с детьми, как они работают и так далее. Поэтому, друзья, мы хотим посоветоваться с вами по этому поводу. Как вы думаете, было ли бы вам интересно, чтобы Шерри Фе снимала видео? Естественно, она их будет снимать. Я буду выкладывать на свой канал с переводом. Буду выкладывать их с переводом, и она будет рассказывать о турецкой жизни, а вы будете ей задавать вопросы. Как вы думаете, было ли бы вам это интересно? Мне кажется, это очень интересно, потому что ничего подобного на YouTube еще нет. Были бы еще YouTube тахичил. Поэтому обязательно напишите ваши комментарии, что вы думаете по этому поводу, какие темы вам были бы интересны, и мы обязательно с Шерри Фе начнем снимать, она начнет снимать видео из Анталии. Шерри Фе, сан бушэ сэрэмэ кэстэмэс? Сан кэндэнэ тан? Бэн Шерри Фе, Анталия дэйм. Иште, чёчукларымла falan vakit geçiyorum. Sizler için Anastasia'ya yardımcı olacağım. Günlük hayatta alışveriş yapabileceğimiz bir yerler. Elimizden geldiğince tanıtmaya çalışacağım, yardımcı olacağım. Anastasia ile birlikteyiz bundan sonra. Нам кажется, что это будет очень интересно, друзья, поэтому обязательно пишите в комментариях, и в ближайшее время вы уже увидите видео из Анталии, которое будет снимать Шерри Фе. Merhaba. Bugün Konyaaltı plajında Red Rouge'dayız. Rahat bir güzelliği var. Manzarası çok güzel. Ali, Ayhan orada oturmakta. Güzel bir Türk kahvaltısı yaptık. Hepinize tavsiye ederim. Kahvaltı nasıldı? Güzel mi? Harikaydı. Tavsiye ederim. Yani bilmiyorum, Ali Ayhan da beğendi galiba. Manzaraya karşı çok güzeldi. Bugün hava sıcak olmasına rağmen esinti var. Vallahi güzel bir hava var. Red Rouge'a her zaman geliyoruz. İş icabıyla geldik Ali'nin şeyiyle ama çok beğendik. Çok cana yakınlar. Manzarası çok güzel.
menüleri falan harika, çok yardımcı oluyorlar. Sizi de bekleriz. Burası da Red Rouge'un plajı. Sahile çok yakın. Sahile çok yakın olmasına rağmen rahatlığı ve konforu da çok güzel. Çok ilgi ve alakalı bir yer. Burası barımız. Her aradığınız şeyi bulabilirsiniz. Yardımcı olabilirler. Koltukları falan sahili izlemek için rahat. Özel localarımız var. Onlar da çok güzel. Sizi de bekleriz. Burası kişiye özel. Ailenizle çok rahat bir şekilde oturabilirsiniz. Çok rahat. Manzarası falan çok iyi. Sizin için düşünülmüş. Denize girmek için güzel bir tercih yeri. Bu yeni bir yer mi? Evet, yeni açıldı. Daha yeni giriyor halka, adalarına. Yani yeni yapıyor her şeyi. Tercih. Siz plaja ayda kaç kere gidiyorsunuz? Denize girmek için ayda 2-3 defa ama manzara ve seyretmek için hemen hemen her gün geliyoruz. Çok rahat bir yer olduğu için hemen hemen buradayız. Denize çok yakın. Manzarası falan çok güzel. Şerife, büyük şehirde yaşamak ve Demre'de yaşamak farklılar. Çok farklı. Burası çok yoğun. Ama tabii ki iş imkanı daha güzel. Gezecek yerleri daha iyi. Sen Antalya'yı ile en çok ne seviyorsun? Denizini. Denizi? Evet, denizi çok güzel. Sence Antalya'daki en güzel plaj? Konyaaltı plajı. Ooo, su çok temiz ya. Ve mesela Alanya'da böyle bir sıkıntı var. Çok dalga var. Antalya'da böyle şey oluyor mu ya da normalde çok sakin? Normalde çok sakin. Çok olmuyor. Genelde bu şekilde. Temiz ve dalgasız. Ve plaj. Alanya'da kum var. Burada işte. Çakıl. Evet, küçük taşlar var. Evet. Sen en çok ne seviyorsun? Kum mu? Çakıl. Evet. Daha onlar. Güzel. Onlar çok güzel. Друзья, у нас, к сожалению, нет из интерьев пляж бикини, да? К сожалению, мы с собой не взяли пляжные костюмы, но в следующий раз бейке сонра, бейке дага, кесиликле, потому что очень хочется купаться. Чок из векстерова, ама шуан, мюнкен дейш. Поэтому покажем вам море и как купаются другие. Şerife, sen alışveriş nerede yapıyorsun? Alışverişi Antalya'nın küçük Türk halkının kendi marketleri, kendi yerleri var. Oraları tercih ediyorum. Daha uygun ve temiz oluyor. Sen mesela Alanya'da pazar her gün yoksa bir yerde ama farklı günlerde farklı yerlerde var. Evet, burada da aynı. Antalya merkezde de aynı. Farklı günlerde. Mesela çarşamba pazarımız var. Çok uygun. Oraya gidiyorum genelde. Zepse, meyve olsun, kıyafet olsun. Hepsi çok uygun. Pazarları tercih ediyorum. Manavları tercih ediyoruz. Также здесь есть диджей и есть души. Ну и, конечно же, вот такие вот очень классные кабинки для переодевания с зеркалом, с вешалками. В общем, пляж просто потрясающий. Алия.
Дорогие друзья, вот такой вот у нас получился вкусный и классный и красивый завтрак. Прошу прощения, если вам надувает в уши, потому что очень сильный ветер. И на этой прекрасной ноте мы с вами прощаемся из Анталии, а точнее прощаемся из этого красивого парка. И сейчас едем в другой парк, на водопад Дюден. В общем, в этом видео мы с вами прощаемся. Всем всего хорошего. Пока-пока.